Всем добрый день. Мы приехали в Дмитровский район, горки. И это, ребят, вот то место, где живут, тренируются и проводятся соревнования с лошадками. Название, по-моему, Максима. Вот мы приехали сюда, потому что у нас гостит Машенька. А Маша занимается в Ярославле конным спортом. И между собой они обмениваются разными такими, ну, мероприятиями, на которые можно сходить. И вот по ее инициативе мы здесь, это Дмитровский район, Московская область. И вот такое замечательное сооружение, очень красивое. И здесь должны быть соревнования, они проводятся с 9 до 18 каждый день, ну как-то так. Что дальше, сейчас увидим. А без билетов можно?